В добротном еще в непостроенной школе уже идет работа над ошибками. Часть бетонного каркаса здания сносят и отстраивают заново. Дело в досадной мелочи – ошибка в одной цифре при заказе марки бетона. Теперь подрядчик за свой счет все исправляет. Но это скорее позитивный пример в забайкальском строительстве. В основном же нарушения и, как итог, набившее оскомину новое аварийное строительство. Дело касается не только домов для сирот, парков и школ. В прайс-лист также входят и пожарные депо. Выявлен сговор при заключении контракта на покупку пожарного оборудования. Управлением возбуждено дело в отношении правительства Забайкальского края, департамента и АО «Томскэнергосбыт» по сговору. Сговор установлен при заключении контракта на закупку и монтаж модульных конструкций зданий пожарных депо в нескольких селах Забайкальского края. Управлением установлено, что контракт был заключен без проведения торгов. При этом был расторгнут контракт с ООО «ПСК Ремстрой». Суд над Жужуриным и Семпиловым еще продолжается. После заявления УФАС старая добрая схема строительства через режим ЧС становится не очень-то и актуальна. История с пожарными депо и аэропортом в Новой Чаре рискует сорвать строительные планы в будущем. А строить надо. Одна такая многомиллиардная стройка была оформлена через концессию. Компания «Школа будущего» все же запустила субподрядчиков на работы. Сейчас заливают основу для фундамента будущего учебного заведения за 1 миллиард 513 миллионов. Красную ленточку в честь открытия должны лишить целостности в декабре 2022 года. Примечательно, что контракт достался как единственным участникам. Остальные заявки были отклонены правительством края. Компания «Алюком» даже обращалась в УФАС, но после забрала заявку. В суде с Минстроем края еще одна компания, которую отклонили – «Градиент Строй». С одной стороны, то, что в крае строительство выигрывают крупные компании, с других городов понятно, с небольшими связываться бывает себе дороже. Как пример, тот же парк угольщиков. Вот и выигрывают стройки те, кто надо, а не желающие. Ситуация с концессией выглядит намного более законно, чем со строительством через режим ЧС. Концессия – это своеобразное строительство в кредит. 1 миллиард дает федеральный центр, 500 000 – школа будущего. В течение 13 лет Забайкальский край будет выплачивать около 34 миллионов ежегодно. И вроде все прекрасно и понятно, строим школу сейчас, деньги потом. Но только условия концессии поменяли, убрали банковскую гарантию. И теперь это казначейское сопровождение контракта. И если этот самый контракт не исполнят, то нет банка, который вернет деньги правительству края. Вячеслав Барницкий, Алексей Павлов, ЗАБТВ.